Верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Авель, ты что, на жертвенник Бога несешь безгласную эту овцу? Так не торжественно, стыдно у Бога жертву даешь ты святому Отцу? Жертва твоя неугодна. Ты посмотри, я в поту и трудах сделал алтарь, восхитительный, чудный. Он утопает в цветах и плодах. Ты так жестоко, суровой веревкой ноги овечки несчастной связал. Камень точил неумело, неловко. Ты ли Адама рассказ не слыхал? Ты ли не знаешь, что Ева с Адамом с дерева съели в Эдеме плодов? И из смоковницы папа и мама сшили для тела из листьев покров. Все очень просто, доступно, понятно. Богу угодно плоды приносить, жертвенник сделать красивым, приятным, праведным и добродетельным быть. Авель в молчании сжал губы упрямо. Что говорить? Не поймет брат меня, выглядит жертва нелепо и странно, блея лежа на камнях алтаря. Страх, неизвестность в испуганном взгляде, связаны ноги и тельце дрожит. В этой холодной вечерней прохладе этой овце умереть предстоит. Боже, позволь мне убить ее быстро. Страшно и больно мне быть палачом. Боже, как руки поднять на убийство? Эта овца невиновна ни в чем. Камень поднял, закричал, как от боли. Сжав его крепко в дрожащих руках, яростно бил против собственной воли. Сердце стучало, как молот в висках. Брызнула кровь, стала липко и грязно. Жертва хрипела, пощады моля. Страшный стал жертвенник и безобразный. Кровь и ручейками текла с алтаря. Нет, я искал, я хотел откровенье. Нет, я не верил в причину плодов. Бог обнаружил в саду преступление. Он мне открыл. Это кровь. Это кровь. Папа и мама виновны, о Боже, сшитый наряд наготы не сокрыл, и чтоб детей своих не уничтожить, жертву Бог выбрал и гнев свой излил. Листья убрал Бог с Адама и Евы, был неугоден ему их покров, агнцев безмолвных. Бог в яростном гневе в горе убил. Это кровь, это кровь. Нет, не плоды дали им вожделение, похоть открыли и вид наготы. Бог, благодарен я за откровение, за искупительный смысл крови. Шкурой покрыл Бог и папу, и маму, в жертве невинного агнца — любовь. Это и есть обещание Адаму с Богом общение вернуть через кровь. Жертва давно уж хрипеть перестала, тело обмякло. Вот Авель со лба вытер свой пот, прислонился устало к камню холодному у алтаря. Капали слезы на труп коченевший. Он, вытирая их с кровью, мешал, двигаясь медленно, оцепеневший, хворост, пропитанный кровью, собрал. Запахом смерти стал воздух пропитан. Как тяжело после этого жить! Боже, тобой я был в вере испытан. Смог ли я жертвой тебе угодить? Смог ли понять я ту тайну Эдема, что в простоте ты открыл для меня? Плод вожделенный, что приняла Ева кровосмешание. Вот смысл греха. Так снисходи же, раз жертва угодна, раз это кровь, тот единственный путь, раз только агнец невинный способен нас в твое царство однажды вернуть. Огненный столб от земли до неба вдруг снизошел на алтарь, как печать. Жертву крови, откровение Эдема Господу было угодно принять. А Каин стоял, удивленный картиной, руки в презрении, скрестив на груди. Авеля жертвенник с этой скотиной Богу ценнее, чем древо плоды. Кровь и циничное это убийство Богу важнее, чем старания, труды. На алтаре беспорядок и свинство Богу дороже моей красоты. Злость охватила и зависть, и вздорность. Кто такой Бог, чтоб ему угождать? И уязвленная Каина гордость мести для Авеля стала желать. Только никто не заметил волнений. Плечи сутули в сторонке стоял отец Адам.
И в душевном смятении он за убийством овцы наблюдал. Слезы ручьями лицо бороздили, взгляда от Агнца не мог оторвать. Как же мы, Ева, с тобой согрешили? Бледные губы устали шептать. Сердце его содрогалось в томлении, и когда жертву презрел вечный Бог, руки поднял. Вот мое искупление. Авель, спасибо, спасибо, сынок. Если бы плод был причиной падения, Бог бы на Каина жертву презрел. Тайну Эдема, кровосмешение, в Агнце сокрыть мудрый Бог захотел. Авеля жертва была откровением. Верой он Богу принес эту кровь. В Агнце увидел он смысл искупления. В жертве невинной явил Бог любовь. Нет Богу дела до лоска и блеска наших традиций, стараний, трудов. Сердце твое — это жертвенник, место, где Бог презрит лишь на кровь, лишь на кровь. К Богу прийти нам самим невозможно. Нет таких дел, чтоб себя искупить. Дай же нам, Авеля, веру, о Боже, правильной жертвой тебе угодить. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Аминь.